Мы тебя слышим и видим. Работает камера. Расскажи, какие сегодня произошли чудеса. Сейчас, подожди секундочку, я включу. Сейчас, секундочку. Говори. Выше телефон. Да, говори, мы слушаем. Выше телефон немного, да. Вот. Сегодня мне стали звонить люди, инвесторы, и спрашивать, куда вкладывать деньги. Так. И куда? Вот. Ты сказала, что единственное возможное средство спасения их капитала – это глобальная волна. Я сказала, что поздняк им куда-то либо вкладывать, что надо двигаться в информационное пространство, то пора мыслить уже как крупные инвесторы, если они хотят быть вообще инвесторами. Вот. Либо они потеряют свои деньги. И не стоит давать людям кредиты, потому что они подставляют таким образом людей, перемещая своих полномочия, да, потери денег, на других людей. Вот. Поэтому ко всем людям обращение – не берите кредиты. Понятно. Ну, в общем, ты как комиссар начинаешь привыкать к мысли, что за тобой присылают суперджеты, чтобы вручить тебе верительную грамоту о дружбе и стратегическом партнерстве. Видимо, так. Видимо, сегодняшний прям разговор прям показательный был вообще. И про Skyway мы разговаривали, и про Дуинова разговаривали. То есть люди знают эти компании и понимают, что это недолгосрочная все перспектива, и Skyway – это просто крутой лохотрон и все такое. То есть понимание у них есть, они тоже мониторят, они здравомыслящие люди, которые готовы к пониманию. Да, здесь я должен добавить, что мнение наших корреспондентов не всегда может совпадать с официальным мнением редакции. Тем не менее, свобода слова у нас позволяет высказываться свободно. Так, что вы еще считаете лохотроном? Плохо слышу. А что вы еще считаете? Что ты еще считаешь лохотроном? Нет, не будем на это тратить время. То есть ты осознала мощь и значимость цифровых технологий, да? То есть, наблюдая глобальную волну, ты увидела, что это такое. Ну да, на примере того, что делается крупными корпорациями, я привела пример, что Россия очень мало уделяет внимания цифровым технологиям, поэтому терпит поражение, потому что не занимается ни глобальным внедрением русского языка, не изучением русской культуры, не занимается, как будто бы не понимает. Вот я сегодня эту фразу даже упомянула, говорю, как будто не понимает якобы, что это такое маркетинг, что это такое информационное пространство. То есть это как-то странно выглядит. 21 век, вроде институты работают, а как будто не понимает, о чем это, да, то есть двусмысленность. Понятно. Про новую научную парадигму что-нибудь рассказывала? Я подготавливаю пока людей, то есть я объясняю, что нужно менять сейчас мышление для того, чтобы быть бизнесом, вообще как-то заниматься. Вот. И в принципе у бизнеса нет шансов. Без смены вот этого мышления они проиграют. Все консультационные услуги сейчас, либо это участвовать в разводить мышление неправильного человека, либо вот тупиковая ситуация показывает, что это тупик. А как построить рай на земле? Рай на земле, ну вот говорят, что
Новый специализационный скачок позволит только добиться успеха по новым технологиям. Видимо, это так. Хорошо. Большое спасибо за участие в съемках. Мы вам перезвоним позже, едем оцифровывать студию материала. А, молодцы. Пока-пока. Спасибо. Пока.